Вот продолжает Роман. Сейчас вот он уже на дерево залез до нужного сучка и поднял себе бензопилу. Снизу ему дал, подвязал. Вот он сейчас будет спиливать сучок. Так, небольшой. Посмотрим сейчас, что у него получится. Там у него топор тоже подвязанный. Вот так вот. Высовывает. Ну, интересно, бензопила заводится. Как? Не как обычно, а тихонечко, так аккуратненько. Специально где-то такую взял. О, все, и завелась сразу. Подровняет. Just